За 145 километров от Оренбурга на краю села Ржавка спокойно гуляют верблюды, яки, мулы и ослы. Животных для души здесь разводит Руслан Кутуев. Содержит хозяйство за счет коров, продает молоко и мясо. Всю жизнь мужчина занимается скотоводством. Хобби. Люблю животных. Тут по случаю приобрел. Потом начал информацию собирать про них. Узнал то, что в этом селе раньше были 30-40-е, послевоенные годы. На воле они. Построили им для них сарай. Они туда даже не заходят. То есть при наших климатических суровых условиях они легко. Птицы, павлины, куры, гуси, цесарки, дикие утки вон живут уже, какой год не улетают. Павлины тоже приобретал. Тоже просто для себя? Да, чисто для себя. Интересно, красиво. Воля, всем воля нужна. Поэтому они здесь на воле, как видите. Также на ферме проживает красный волк. Его Руслану подарили друзья. Он единственный, кто сидит в клетке, но с ним гуляют на поводке. На ферме более 120 голов скота. Руслан хочет разводить еще больше верблюдов, а в перспективе развивать сельский туризм. Главное – получить субсидию, чтобы все желающие с комфортом могли посмотреть и погладить разных животных. Екатерина Хигай, Игнатий Мисюк, Олег Николаев, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.